17, 18 и 19 июня в Баку пройдет чемпионат мира по кольцевым автогонкам на машинах с открытыми колесами. Столица нашей республики станет вторым городом после Сочи на пространстве СНГ, где проводится Формула-1. Это спортивное состязание происходит каждый год и состоит из отдельных этапов. Пилоты соревнуются на звание чемпиона мира, а команда – за кубок конструкторов. В этом виде автотранспорта используются болиды собственного производства ведущих автомобилестроительных компаний. Постоянно рождаются оригинальные технические решения, что приводит к прогрессу в автомобилестроении вообще. И об этом рассказал на встрече со студентами Высшей школы нефти официальный посол Гран-при Европы по Формуле-1 Рагим Алиев. Также гость проинформировал собравшихся о технических характеристиках тех или иных новшествах, внедренных в спортивные машины, которые будут участвовать в гонках. Узнали студенты и о том, как проводится профессионально-психологическая и физическая подготовка пилотов. В преддверии гонок в городе проводится обновление дорог-треков по особым параметрам и согласно международным требованиям. В Баку вдоль трассы подходит к концу строительство инфраструктуры, почти готовы 9 трибун на 19 500 мест. Различные служебные помещения и блоки, устанавливается различная электронная техника. Во время проведения чемпионата будет задействовано около 5000 волонтеров, 1000 маршалов. Как обычно, при проведении мероприятия подобного рода будут решаться и социальные вопросы. В частности, будут открываться новые рабочие места. Проведение этого чемпионата мира в столице Азербайджана есть свои особенности. Цель была в том, чтобы показать современный наш город, синтез нашей истории. Поэтому конфигурация нашей трассы происходит именно вокруг Чаришахр, старого города, в синтезе с нашим современным городом. И в связи с этим следует отметить две части нашей трассы. Во-первых, та часть проспекта Нефтяников, где трасса разделена на две части, нигде в мире еще такой части нету. И вторая часть, около нашей Гошагапы-двара, вот, где старая крепость вдоль стены. Вот эта часть, где была старая брусчатая дорога, нигде больше, самая узкая часть в мире. По регламенту Формулы-1 самая узкая часть трассы должна быть 9 метров, а в этой части сама дорога меньше 8 метров. В конце встречи было показано несколько презентационных видеороликов о Формуле-1. После завершения автогонок и награждения победителей состоится грандиозный концерт с участием звезд мировой эстрады.